Одна поездка может изменить жизнь и подсказать, чем же на самом деле хочется заниматься. Так случилось у Жанны. Несколько лет назад она отмечала Новый год в Финляндии. Красота праздничных улиц, винтажные витрины, выбранный наряд в местном магазинчике. Все это навеяло девушке мысль о создании собственного бренда одежды. Хотелось создать что-то такое, чтобы каждый человек мог попробовать. Чтобы это было и качественно, и красиво, и носибельно, и люди могли испытать то, что испытываю я. Ну, передать частицу себя, так скажем. Поэтому я подумала о своем бренде. Собственную одежду Жанна разрабатывает и шьет сама, но называть себя дизайнером или стилистом не хочет. Я больше несу вот стиль и моду в массу, так как я ее понимаю, так как я ее вижу. Не дизайнер, почему я? Потому что у нас нет такого масштаба в городе, где можно было этим заниматься и кому это нужно. Это очень слишком громкое слово для того, чтобы называть себя дизайнером. Начинала со спортивной линии. Штаны, джоггеры, худи, толстовки, бомберы, сочетающие в себе сразу несколько стилей. Спорт, шик и кэжуал. Сейчас у Жанны не одна коллекция. В создании каждой – это постоянный поиск концепций и новых образов. Индивидуальность и уникальность каждого человека. Одежда должна это умело подчеркивать. Это опора в создании образов. Стиль, минимализм, сдержанный, элегантный и красивый. Технолог смотрит на ткань, он примерно представляет, я показываю модель, которую я хочу, но я точно не могу сказать, из этой фактуры ткани можно ли сотворить вот то, что я хочу. А портной смотрит на строчки, которые я хочу, чтобы они были сделаны вот в таком-то и таком-то виде, потому что я очень сильная перфекционист. На каждой вещи логотип JA, просто и со вкусом. Жанна – это мое имя, окрестили меня под именем Анна. Так сокращенно, чтобы это было типа унисекс, чтобы это носили и мужчины, и женщины. Мы создаем эту одежду действительно с любовью. У меня в команде, то есть со мной сотрудничает Кишинев, те, кто нам могут привезти ткани, девочки, да, из Кишинева, дизайнеры, они делятся со мной охотно. У меня молодые специалисты, еще не специалисты, учатся. У меня могут быть и пенсионеры, но те, кто хочет что-то делать. Мне это очень нравится. То есть энергетика коллектива – это главное. Когда ты несешь бренд одежды, то есть должна быть такая вот определенная энергетика. Жанна за моду, проверенную временем. Быстрая мода, она уже ушла с трендов. Мы сейчас решили вот твердо базироваться. То есть у нас будет базовая одежда. То есть кто хочет индивидуально сделать какой-то стиль, мы сделаем, мы пошьем, но отшиваем сейчас только базу. Все пилотные модели от JA отшивает под себя. Она и есть самый строгий критик. Сейчас выпустила осеннюю коллекцию. Посмотреть на нее можно в Инстаграме.